Кафе «Лес» Горкинского Метьевского парка уже не в первый раз проводит благотворительные обеды для людей с ограниченными возможностями. Сегодня мы принимаем тех людей, которые приезжают на реабилитацию в центр Ярдэм. Это уже 4-я или 5-я встреча. Мы всегда рады угостить наших гостей чаем и вкусняшками. Замечательно. Хорошо. После прогулки по парку сидим, отдыхаем, чай пьем. Я как реабилитант фонда Ярдэм второй раз езжу в кафе «Лес». Вот нас угостили чаем, треугольниками. Спасибо большое. Очень вкусно. Здорово.